Сегодня хорошая, и все готово к началу матча. Несколько играет с Кимпембе. Идриса Гуе с первых минут играет с Верратти в центре полузащиты. И в нападении сегодня сыграет Килиан Мбаппе. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Марко Верратти. Теряют они мяч. Сегодня хорошая, и все готово к началу матча. Несколько играет с Кимпембе. Идриса Гуе с первых минут играет с Верратти в центре полузащиты. И в нападении сегодня сыграет Килиан Мбаппе. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Марко Верратти. Теряют они мяч. Сегодня хорошая, и все готово к началу матча. Несколько играет с Кимпембе. Идриса Гуе с первых минут играет с Верратти в центре полузащиты. И в нападении сегодня сыграет Килиан Мбаппе. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Марко Верратти. Теряют они мяч. Сегодня хорошая, и все готово к началу матча. Несколько играет с Кимпембе. Идриса Гуе с первых минут играет с Верратти в центре полузащиты. И в нападении сегодня сыграет Килиан Мбаппе. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Марко Верратти. Теряют они мяч. Сегодня хорошая, и все готово к началу матча. Несколько играет с Кимпембе. Идриса Гуе с первых минут играет с Верратти в центре полузащиты. И в нападении сегодня сыграет Килиан Мбаппе. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Марко Верратти. Теряют они мяч.
Сегодня хорошая, и все готово к началу матча. Несколько играет с Кимпембе. Идриса Гуе с первых минут играет. С Верати в центре полузащиты. И в нападении сегодня сыграет Килиан Мбаппе. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал...